Всем здорово, ребят! Меня зовут Оск Манкарян, и сегодня я вам покажу 5 суперкрутых способов, как удивить свою девушку. Первое, с чего нам нужно начать, это исправить свой внешний вид. Поехали! Ну что ж, гораздо лучше. Мы приступим к следующему шагу. Все мужики думают, что девушке нужно подарить обязательно 101 розу или что-то сумасшедшее, невероятное. Нет, ребята, вы можете подарить просто одну розу. Ведь одна роза стоит всего лишь 100 рублей. Вы можете подарить ей эту одну розу. Ну, а если у вас и 100 рублей нет, то вы можете просто ее украсть. Жулик, не воруй! И поверьте, она станет намного счастливее. Я сейчас вам это продемонстрирую. Карина! Где ты, Карина? 2 hours later. Карина! О, слушай, привет! Понюхай эту розу это и... Это что, мне? Нет, соседу. Я думала, это мне, блин! А какой-то это... повод был? Нет, повода просто не было, так? Провод был. Ребята, второй способ очень простой. Нам всего лишь нужно отвезти свою девушку в какое-нибудь милое местечко, где есть такие вкусные тортики. И помимо этих тортиков есть вкусные десертики. Она просто офигеет от того, насколько здесь все красиво, мило и прикольно. Представим, что у вашей девушки день рождения. Вы же не можете просто принести и подарить. Это некрасиво, неромантично, неприкольно. Чтобы сделать подарок красивее, лучше, круче, я советую вам сделать это вот так. Друзья, будьте внимательны к мелочам. Если ваша девушка говорит, что у ее подруги прикольный брелок или что-то еще, вы из этой информации должны какую-то часть вот, главную выделять для себя и запоминать ее, что ей нравится там. И 2 недели назад Карина мне говорит: «Оск, у меня начали отклеиваться наклейки, которые она наклеила, когда ей купили машину». И я решил, почему бы не сделать ей такой подарок и купить декоративные наклейки. Все, я больше не буду продолжать. Привет, слушай, я тебе наклейки купил. Помнишь, что ты 2 недели назад мне говорил? Блин, да, точно. У меня просто здесь всегда были всякие зайки и принцессы, а теперь будут сердечки, и здесь еще написано: «Я тебя люблю, как это мило, боже мой». Смотри, I love you я поставлю туда, где у меня отклеился кролик. А вот такой я наклею на значок Мерседеса. Вау, слушай. На самом деле... Ты думаешь, он не открылся? Он уже открылся. Это ты убрал. И напоследок. Если ничего абсолютно не удивляет из моего списка, советую просто сбрить брови. Опа!
Брейте брови, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.